Девочки пришли домой. Я Тетьке купила мясо, косточку грызет. Курицу же ему из морозилки достала. Сейчас буду рыбу разморозилась. Рыбу буду убирать, чистить. Бардак у меня, девчонки, здесь. Купила свои любимые креветочки сегодня, 15 штук всего. Сказала, не надо мне полностью. А то они мне вечно. Девочки, они у меня выпали. Они у меня выпали, девчонки. Они выпали у меня. Свеженькие. И девочка взяла горсточку, прям 15 штук. Получилось у нее. Ни больше, ни меньше. Девочки, как вы думаете, съем я ее или нет? Конечно, я ее сполосну и съем. Еще будем креветками разбрасываться. А, девочки, сегодня уксуса много. Девочки, сегодня уксуса много. Девочки, они сегодня не такие. Они сегодня крупные. Ну вот чуть-чуть уксуса переборщили. Девчонки, я не уже все. Я не люблю, когда уксус или лимон. Мне не нравится. Вот она какая. Это же белок. Не надо никакого мяса. Вкуснятина. А я достала, я вчера гречку отваривала. Думаю, разогрею сейчас гречку. С яйцом сделаем. Обжесандал. Ой, что творится у меня здесь? Достала два яйца. Хочу его пожарить. Масло достала. Ну все, я, похоже, креветками наемся. Или покушать основательно. Как вы думаете, девочки? Не могу остановиться. Соскучилась. Так, надо здесь все прибрать. Перемыть рыбу почистить сейчас надо. Курицу перину поставить в холодильник. Я ее вчера заморозила. На ночь прямо. Так, а с креветками обжесандал. Наверное, будет вкусно. Вчера кто-то написал, это не обжесандал, это порнография. Для меня это нормально. Остренькие. Нет, девочки, все-таки два яйца сейчас пожарю себе.